По территории Чувашии проходит автопробег «Дружба Берлин-Москва-2017». Акция, которая началась 23 июля, завершится 13 августа. В планах организаторов мероприятия 7 маршрутов через 40 городов России и в общей сложности более 40 тысяч километров пути. В каждом из городов их ожидает насыщенная культурная программа и торжественный прием, не исключение столицы Чувашии. 1 и 2 августа участники пробега посетят достопримечательности Чебоксар. Сегодня они уже побывали в Национальном музее. В акции принимают участие около 350 человек из 16 стран, самому младшему 6 месяцев, самому старшему 78 лет. Участники акции, целью которой является налаживание культурных и дружеских связей между двумя странами, едут на легковых автомобилях, домах на колесах, мотоциклах и автобусах. Люди все нормальные, добрые, гостеприимные. Это везде тут в России. Это нам очень нравится. И что города красивые,